Вот и встали. Пробка МВТ Миллера. Вот из-за этой фигни. Час, наверное, да? Пробка стала. Продолжайте движение 3 километра. Здрасте, 3-й, 5-й до полного.
собой не рисует тебе курсантку. Или просто набрать Лукойл. Там что, это реверс, что ли? Нет, просто мигается. Камера. Ограничение 70. 600 метров. Прям на карте набрать Лукойл? Да. До полного. Здрасте, третий, пятый до полного. Пошел так. Чисто. Поехали дальше. На 1718-3032. Ремонт дорог? Да.
крутой поворот налево. Поверните налево. Конца и края нет. Продолжайте движение 4 километра. Да, мы ехали уже светло было здесь. Камера на ступлению. Ограничение 40. 30 метров. Да, здесь видишь, какая дорога. Ехали в съезд после Ленинградской перекусить, позавтракать. Время 7:00. Мы здесь, главное, уже были. Тут хмель растет. Третий раз сюда заезжаем. Засрано, конечно. Как обычно. Попьем кофе. Угу. Хорошо, дождя нет. Дождь был по пути. Я мечтаю, да.
дорога на Краснодар. М4. А туда на Ростов. Трафик-то уже есть.
КФС, 400 метров. Светофор, вкусная точка. Встали. До этого встречка была пробка сужение. Пробка МПТМ Миллерова не выпадает. Вот из-за этой фигни. Да? Час, наверное, да? Пробка стала. Да. Ну, полчаса точно. Из-за дорожных работ в левом столе. Поэтому сужение полос было. Сейчас в одной полосе поедем. Вон они. Срезали как? Ну что, да, срезали? Сколько километров стоит эта пробочка? Вот встречка была, да? Угу. А встречка-то тоже, что ли, в одной полосе? Да, давно у них. И дальше там у них пробка была. Так что у нас еще можно перетянуть. Большой слой снять, да? Вообще, нужно там, может, срезать. О, птенечек. Давай еще дальше. Через кусты. А вот тут можно, да? Хотел птенечек встать. Ехали, в пробке стояли, надо забежать кое-куда, время один. Это грузовой, да, остановили?